Тверь в ближайшие несколько дней будет одной из столиц отечественного дзюдо. В областном центре пройдут сразу два чемпионата России, один из которых уже стартовал. Все подробности у Романа Быкова. 25 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмирова впервые в истории тверского дзюдо стартовало первенство страны для спортсменов в возрасте до 18 лет. А 27 февраля их сменят участники чемпионата России. И там будут демонстрироваться упражнения ката. Это бросковые техники, потом следующая дисциплина будет это приемы борьбы лежа, сковывающие действия, и потом техника гибкости, мягкости. Эта форма была придумана, когда Японии было запрещено заниматься единоборствами. В Верхневолжье на юниорском первенстве представит 11 человек, а на чемпионате 4 дзюдоиста. Всего же в соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменов из самых разных областей и республик Российской Федерации. Представлены практически многие регионы, значит, России. Впервые вот как раз у нас участвуют Саха и Якутия, и вот и Тверь, то есть участвуют впервые на первенстве. Все три дня соревнований 25, 27 и 28 февраля из ФОКа имени Ахмеру будет идти прямая онлайн-трансляция, комментировать которую будет спортивный судья высшей категории Николай Пинчук. Посмотреть ее можно будет на сайте Федерации дзюдо России, а также по ссылке ВКонтакте в группе «Тверская Федерация дзюдо».